Друзья, всем добрый день! Меня зовут Гульнара Рахимова, и я являюсь старшим бриллиантовым директором компании Oriflame. Когда-то я пришла точно таким же новичком, который сомневался в себе, имела кучу комплексов и думала, что, скорее всего, у меня не получится. Но, проработав определенное количество месяцев, я поняла, что в нашем деле самое главное не бросать и продолжать действовать. Пришла я сюда, будучи студенткой 4-го курса, училась в университете КазАТУ имени Сакена Сейфуллина, окончила университет с отличием, школу с отличием, была всю жизнь такая вот божий одуванчик. И родители, конечно же, думали, что я пойду дальше по карьере, буду бухгалтером, стану в дальнейшем главным бухгалтером. И, в принципе, предполагалось, что моя жизнь будет проходить так примерно 40 лет до пенсии. Но в какой-то момент мне посчастливилось встретить человека, который мне рассказал о возможности компании Oriflame. Конечно, вначале я не поверила, я сомневалась вообще, реально, нереально, будет ли компания платить деньги. Но когда я пообщалась с людьми, которые добились здесь успеха, а это очень важно, те люди, которыми вы себя окружаете, они повлияют в конечном счете на ваш результат. На тот момент я прочитала книгу и советую вам обязательно ее тоже прочесть. Возможно, вы даже о ней слышали. Это книга «Богатый папа, бедный папа». После прочтения которой я поняла, что в жизни не обязательно работать только в найме. Есть другие области, грани, есть возможность развивать свой собственный бизнес, даже если у тебя нет каких-то больших связей и контактов. И я приняла решение, что после окончания университета я не иду работать в найм, я остаюсь полностью в компании Oriflame. И у меня было два этапа, когда в 2011 году я осталась в компании и работала до 2015 года в статусе директора. И был второй этап, когда я вышла замуж, родила ребенка и поняла, что нужно зарабатывать большие деньги. Потому что мне хотелось собственную квартиру, мне хотелось собственную машину, мне хотелось возить своего ребенка на море. И в 2016 году, когда родилась моя дочь, я приняла решение, что я буду каждый день работать системно. То есть если до этого я работала один день могла поработать, два дня могла отдохнуть. То есть здесь я стала работать каждый день минимум 8-9 часов, как в найме. Через год я получила ошеломительные результаты. Я закрыла квалификацию старшего директора, золотого директора, старшего золотого, сапфирового и бриллиантового директора. Получила премии на сумму 17 500 долларов, получила в подарок автомобиль Toyota RAV4, посетила больше 11 стран мира абсолютно бесплатно. И, конечно же, мои мечты сбылись в компании Oriflame. Мой ребенок ежегодно бывает от 1 до 2 раз в год на море. У меня появился за это время второй ребенок, но при этом это мне никак не мешает совмещать семью и бизнес. Почему я осталась полностью в компании Oriflame, продолжаю развиваться? Это, конечно же, высокие доходы и возможность быть со своей семьей 24/7. Это возможность помогать своим родным и близким. Это возможность помогать другим людям менять свою жизнь. Теперь, когда я каждый день получаю письма благодарности от своих партнеров, это вызывает во мне бурю эмоций, где-то даже слезы, когда я вижу, как жизнь обычных людей меняется. Друзья, не бойтесь действовать, не бойтесь делать шаги. Всего 3 правила, которые могут вас привести к успеху в компании Oriflame. Первое – это обязательно обучаться. Второе – быть 100% пользователем продукции, тестировать ее, рассказывать о ней в социальных сетях и на встречах со знакомыми. И третье – это обязательно рекрутинг, потому что без этого ваш бизнес не начнет расти. Но ваш старт в бизнесе, так же, как и мой, начинается в тот момент, когда вы приняли 100% решение действовать. Пока вы просто зарегистрированы, изучаете материал, это еще не бизнес. Бизнес тогда, когда вы начнете работать по 5, 6, 8, а возможно даже 10 часов уделять этому проекту время. Вы должны много чего знать и о компании Oriflame, и самое главное, очень много рассказывать о наших возможностях. И тогда ваша жизнь изменится точно так же, как когда-то изменилась и моя. Сегодня мы поговорим о вашей продуктовой истории и почему это так важно для вашего бизнеса. Рассказать об опыте использования продукта – это отличный инструмент привлечь новых покупателей и клиентов. Сегодня, когда нам необходимо какое-то средство, мы не смотрим рекламные лозунги. Мы стараемся выбирать из того, что нам предлагают наши знакомые. Поэтому личный опыт использования – это отличная история для того, чтобы продать продукт. Прежде чем вы начнете создавать собственную историю, стоит ответить на несколько вопросов. Вопрос первый – как вы познакомились с продуктом? Вопрос второй – какие у вас были опасения перед использованием продукта? Вопрос номер три – каким продуктом вы начали пользоваться? И вопрос номер четыре –
какие вы получили результаты после использования продукта. Ровно год назад я получила линейку новейшего агента в подарок во время конференции в Австралии, но почему-то сразу пользоваться продуктом не стала. Чуть позже, когда я увидела огромное количество рекомендаций от своих знакомых девочек, я тоже решила открыть упаковку и протестировать первый продукт. Что мне особенно запомнилось, так это экологен, сыворотка, которая была мощно усилена по сравнению с другими наборами, которые я ранее тестировала. У данных кремов очень легкая, невероятно нежная и приятная текстура, которая очень быстро впитывается и дает результат уже через 12 недель использования. Что ощутила и заметила я после комплексного ухода? Во-первых, у меня прошли шелушения, уменьшились клинические морщины и прошли покраснения, которые периодически выходили в виде высыпания кожи. Абсолютно любой девушке, которая достигает возраста 30 лет, я рекомендую серию NovAge Экологен Wrinkle Power. Очень просто, не так ли? Но прежде чем приступить к созданию собственной истории, вот несколько пунктов, о которых стоит помнить. Первое. Вы должны укладываться в одну минуту. Видео должно быть простое, но емкое. Второе. Выберите продукт, который вам действительно нравится. Третий пункт. Нужно поделиться результатами, которые вы получили от использования продукта. И четвертый пункт, один из самых важных. Говорите искренне, от души, смотрите прямо в камеру, как будто вы разговариваете с аудиторией. Не следует говорить неправдоподобные факты, ссылаться на медицинские показания и перегружать человека слишком большим объемом информации. Теперь ваша очередь создать собственную продуктовую историю. Вам нужно, следуя рекомендациям из видео, записать собственную историю использования продукта. Второе. Запишите видео на телефон не более 1 минуты. Третье. Поделитесь данным роликом со своим спонсором или вышестоящим менеджером. И четвертое. Делитесь этим видео минимум с 3 людьми ежедневно. Желаю вам удачи!